Любовь Павловна Аксенова в девичестве Новикова родилась 15 марта 1990 года в городе Москве. Родители будущей актрисы никакого отношения к кинематографу не имеют. Мать девушки, медицинский работник, проработала в аптеке около 20 лет, а отец военный. В школе Люба училась хорошо, радовала родителей отметками, поэтому родители никогда не сталкивались со школьными учебными проблемами дочери. С детства Аксенова проявляла творческие способности, выступая практически на всех школьных утренниках и концертах. По окончании школы Любовь поступила в ГИТИС, мастерскую Шейнина. Так биография Любови Аксеновой слилась с творческим развитием на сцене. В кино актриса Любовь Аксенова попала в 2010 году. После окончания учебы в ГИТИСе актриса снялась в первом сериале «Наши соседи». Далее актриса получила одну из главных ролей Кристины Панфиловой в многосезонном сериале «Закрытая школа», после чего сыграла во многих второплановых сценах. В 2013 году Аксеновой поступил ряд новых предложений сняться в кинолентах «Лучшая девушка Кавказа», «Нина», сериал «Студия 17», «Соня», сериал «Выжить после», где девушка выступала в роли Марины, одной из заключенных бункера. Последний принес популярность всем актерам, снявшимся в ленте. Не стало исключением и Аксенова. Карьера Любы стремительно взлетела после участия в съемках сериала «Выжить после». Фильмография Любови Аксеновой насчитывает несколько популярных проектов. В 2016 году Любовь Аксенова исполнила главную роль в фэнтези-боевике «Ночные стражи». Также в 2016 актриса появилась на экранах еще в одной главной роли. Любовь Аксенова исполнила роль гордой девушки Северного Кавказа Нины в комедийной мелодраме «Убежать, догнать, влюбиться». Кроме того, в этом же году Аксенова сыграла роль Кати в криминальной драме «Мажор 2», где партнером актрисы по съемочной площадке стал Павел Прилучный. Также Любовь сыграла роль безымянной роженицы в авантюрной трагикомедии «Пьяная фирма», а также появилась в комедии «Селфи». Несмотря на свои молодые годы, Любовь Аксенова уже замужем. Ее избранником стал продюсер Павел Аксенов. С будущим супругом Любовь познакомилась в кинотеатре благодаря общему другу, которого актриса пригласила на премьеру короткометражного фильма «Шиповник» с ее участием. Тогда друг прихватил с собой Павла за компанию. Буквально через 3 месяца Павел Аксенов сделал девушке предложение руки и сердца, от которого она просто не смогла отказаться. Ее избранник является режиссером и исполнительным продюсером сообщества 73. После помолвки девушка с радостью согласилась взять фамилию мужа. В 2017 году актриса также получила главную роль и сыграла стервозную Василису в комедии «Гуляй, Вася». Также в этом году актриса появилась в числе главных героев фэнтези «За гранью реальности». Главную роль Любовь Аксенова исполнит и в драме «Мятеж», где сыграет Лизу Журавлеву. Кроме того, актриса появится в 3-м сезоне криминального сериала «Мажор» и в детективном сериале о милиционерах под прикрытием вокально-криминальный ансамбль, а также в картине «Бывшие». Также актриса сыграла роль жены космонавта Виктора Алехина в драме «Салют-7». В 2018 году актриса сыграет в фантастическом боевике «Кома». На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.